Но тоже вот это все делали узбеки. Из города Андижана. Rossiyalik ko'plab estrada yulduzlarining hayoti va ijodi uzoq yillar davomida O'zbekiston bilan bog'liq bo'lgan. Bu bog'liqlik ittifoq tarqalib ketgandan keyin ham qisman bo'lsa-da saqlanib qolgan. Jahon musiqa olamida nom chiqargan shoumen, Nana guruhi prodyuseri Barri Alibasov ham bastakor, ham shoir, ham tashkilotchi va ham muvaffaqiyatli biznesmen. Otasi qozoq, onasi tatar millatiga mansub bo'lgan Barri Karimovich 2010-yilda uni qozoq tatar gastarbayteri deb atagan blogerdan 1 million rubl undirib olgandi. Suhbatdosh Rossiyaning eng katta muammosi millatchilik deydi. Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida Barri Alibasov o'zining uzoq yillik faoliyati davomida O'zbekiston alohida o'rin egallaganini gapiradi. U o'zi yashayotgan kvartirani namanganlik usta Mavlonbek brigadasi ta'mirlaganini g'ururlanib so'zladi. Мы все прекрасно знаем, что со строителями складываются отношения разные. По крайней мере, подавляющее большинство москвичей, которые делают ремонт или строят, жалуются на то, что у них возникают конфликты по 3, по 5, по 10 раз меняют бригады строительные. А вот я работал с ребятами из Намангана, ну были там ребята из Адижана, замечательные ребята, просто вот мы превратили вот эту стройку, никто не хотел заканчивать ее. Потому что раз в две недели мы тут устраивали праздники с пловом, даже бегали на базар и дрова искали, чтобы тут большой казан купили. И все архитекторы, дизайнеры, все мы собирались здесь вечерами и сидели до утра, разговаривали о жизни, о том, о чем мы с тобой сейчас говорим. И при этом, конечно, это были люди удивительной тонкости профессии, профессионалы. По 1000 раз вот переделывали, если что-то не так. Да ладно, я говорю, брось уже, нет, так не должно быть, вот должно быть идеально. И у нас сложились просто удивительные теплые отношения, дружеские, семейные. Вот только что, буквально на прошлой неделе, уже скоро будет год, как я въехал в квартиру. Ребята приехали из своих краев и привезли мне подарок. Вот. Да. И, на, читать умеешь по-узбекски? Они даже умудрились написать что-то там. Подарок Барри Алибасову от Мавлана. Мавлахона. Да, Мавлахон. Ну, они пришли вчетверо. То есть вот так мы расстались с заказчиком и исполнитель, работник, да, обычно. Часто очень заказчик бегает и ищет какой-нибудь меч или топор, чтобы распрощаться со своими работниками. А это сам принес меч, да еще и с дарственной надписью. Понимаешь, вот удивительно, конечно. Ну, узбеки вообще очень древние профессии строителей у узбеков. Посмотреть на все эти удивительные по тонкости работы, просто, ну, что говорить, Самарканд или все эти мавзолеи, просто потрясающе. Невозможно глаз оторвать, даже не верится, что это сделано руками. Это вот как, в данном случае можно поверить, какие-то сверхъестественные силы. Как такую тонкую работу можно было делать, причем это веками назад, несколько веков назад все было сделано. Поэтому думаю, что у узбеков осталось вот это трудолюбие, эта тонкость, изящество, чувство красоты и самое главное, ответственности друг перед другом. Думаю, что это есть. Барри Карлович, давно были в Узбекистане? К сожалению, давно, и очень я тоскую по Узбекистану, очень, потому что это было лучшее время в моей жизни. Лучшие воспоминания. Я сейчас до сих пор, когда сажусь за стол, я вспоминаю узбекскую кухню, узбекский стол. И самое главное, узбекский плов – это плов. Все остальное – это не плов. Вы, наверное, как продюсер следите за новостями, которые в Узбекистане? Конечно, я поражаюсь тому, насколько современно и по-прежнему самобытно
узбекская современная музыка. Конечно, это яркие личности. Сивара поет так, как не поет никто. Почему? Вот мы пытаемся подражать каким-то европейским канонам, а узбекские исполнители умудряются своим национальным колоритом привлечь мировое внимание к себе. Вот это вот удивительный феномен, но я думаю, что это связано с тем, что они просто талантливы. Mm-hmm. Талантливый человек всегда вызывает интерес. Барик Аринч, огромное-огромное вам спасибо за такую плодотворную беседу в Узбекистане. Я думаю, что мы с вами еще встретимся. Я надеюсь, ты проявишь милосердие и в конце концов отвезешь меня в Ташкент. Обязательно. Алайский базар хочу увидеть. Я так и не видел современный Ташкент. А очень хочется.